Rust – очень неприветливая игра. Каждый, кто однажды начинал в нее играть, знает, сколько неприятных открытий делает для себя новичок. Опасности подстерегают на каждом шагу. Болтовщики, медведи, другие бомжи, холод, голод. Перечислять можно бесконечно. И вот я решил попробовать поиграть с одним из них. С новичком. Но где взять человека, не игравшего в Rust и даже не имеющего представления о нем? Позвать друга? Слишком просто. Подписчика? Они как минимум смотрели десятки видео. Нужно что-то поинтересней. YouTube. Почему бы не поискать там? MCLAO. Возможно, это что-то значит. А да, действительно, девочка-аниматор. Почти 400к. Будет сложно. Добрый день, девушка. Меня зовут Дмитрий. Я самый популярный ютубер по Rust у себя в квартире. Не так. Еще раз. Добрый день, девушка. Меня зовут Дмитрий. Я самый популярный ютубер по Rust. Завтра мы с вами записываем коллаборацию по этой игре. Прошу заблаговременно скачать ее в Стиме. Спасибо. Ладно, хорошо. Что? Вы спите. Что мне делать? Ну, нажми на какую-нибудь кнопочку и встанешь. Так, у меня есть камень, у меня есть факел. Так, тихо, Лавр, успокойся, не кипишуй. Выдохни, опиши, что вокруг тебя. Ха, тут олень. Море видно? Да, я вижу море. Тут причал, тут доки, короче, и тут, говорю, лось ходит. Ну, по крайней мере, ты зашла в ту игру, уже неплохо. Чем рубить деревья? Руками, как в Майнкрафте, не порубишь? Камнем. Ага. Ну, слушай, я на месте. О, ты шоколадка, тебе повезло. Таб. Вот сюда, в уголочек, влево. Принять, вижу, да, все. Вот эту штуку возьми и кинь ее на землю. Это твой спальник, ты здесь будешь возрождаться, вот так. А мы здесь хотим возрождаться? Ну ладно, давай. Ну, пока что да. Нет, надо бить по светящейся штучке. Все, теперь кошка. Поняла. Но пока что я ее здесь не... Все, нашла. Блин, ты че, мудак? Ты попадать будешь или как? Угу. На тебе оружие. Нажимаешь правой кнопкой и нажимаешь стрелять на левую. Только не меня выстреливай. Я, смотри, какая меткая. Где? Где стрела? Ну вот, инструктаж первоначальный пройден. Типочек. Что-то всех поубивал. О, у него здесь что-то есть, неплохо. Ты принес нам ягодки и ресурсы. Молодчик. Вот это, да? Сейчас найду этот самый, как его называют? Кегочку. Ага, вот все. И... Это будет веселое выживание. Слушай, я не виновата, что он реально не попадает. То есть, конкретно. То есть, не по моей вине да вообще. Да не, какие претензии, я понимаю, да, все. Быстрые слоты — это 6 штучек, которые ты можешь кнопочки нажимать. План вот у меня тут. Вот. Все. И Киану тоже тут. Все. Все. Ставь Киану Ривса в быстрый слот. How are you naked, you little shitbot? Чё они такие токсик, блин, я не поняла. Это Rust. И видишь дом? Вот это их дом. Убежали они отсюда. А ты в одиночку их можешь рейдить? Ну да. Че, может не спрятаться, а ты их порейдишь или что? Не-не, это не так работает. Это надо долго выживать, там развиваться, фармить. Вот, смотри, во-во-во-во. Нормально? Вот, да, отлично. Все правильно. Давай дерево уберу. Не, дерево не надо трогать потом. Ты строй. Теперь ставишь стены. Как ты сделал угловой? Нажимаешь на правую кнопку мыши, и там выбираешь то, что тебе нужно. Фигасики. Все, теперь посмотри, сейчас поставлю, правильно? Да, все, отлично, так везде делай. Во. Теперь там вниз ставь их. Ага, теперь у меня есть, сука, шкаф. Куда? Куда-нибудь ровно к стеночке. Сюда нормально? Вот сюда, ну вот. Да, вот сюда вот, ага. Например. Только впритык. Сейчас я так и сделаю. Оп. Хорошо? Да, отлично. Вот топорик лучше до дерева делай. Угу. Вот, улучшаешь сюда дерево. Хей-йоу, бандиты! Пока Василий ест зефир, я замутил вам новое видео. Просто напомню, что ваши лайки — это главная мотивация творить дальше. Если любишь ЧБГ, ставишь лайк, вот. Победители пишут в ВК, остальные не расстраиваются, ибо тот, кто пишет комментарий, ставит лайк и будет подписан, получает шанс получить копию Rust или 600 рублей на Киви. Каждому по интересам.
3 призера. Ну и чай, бутерброды, ты знаешь. Нам потребуется ресурс. О, типочек. У меня жира вот. Много. Вот, у меня даже компоненты есть. Вот, на тебе весло, это лучшее оружие. Точно? Он лучше, чем этот? Да, он лучше, чем копье. Вот если ты постукаешь по человеку, угу, ты сможешь с него добыть жир. Это супер мерзко, чувак, прям вообще. Ну, я понимаю. Просто я не понимаю, знаешь, я добываю здесь вот эту вот херню, и два раза уже второй топор вот на этом вот, на этом камне, или на что этом это? Камне. Он уже два раза испортился, топор. Как это вообще понимать? Ты должна добывать киркой. Слушай, чувак, я два топора испортила. А я его... Убил его. Тебя убили? Не-не-не, я его положил, все нормально. О, я уже... тут неплохо, кстати. Я уже очень засала. Добей его, мне его жалко. Вот это, видишь, вот эта ткань лавра, вот из нее делается. Погоди. Лук там, все Кипец. Такое. Это конопля. Ну, конопля, а из чего делается ткань? Деревянная стрела. Мне деревянная нужна, правильно? Да. Я хочу броню. Ты прям совсем мертвая, да? Нет, я, у меня 100% здоровья. У меня 267 еды и 100... Что ты делал? Жир. Скажи, зачем, а? Жир. Горючее. Слушай, ты охренел, что ли? О, а с тебя хорошо, кстати, получается. Ты такая, надо получить, да, сейчас печечку сделаем. Оп. Вот. Теперь закидываем туда ресурсы. Да нормальная печка. И не нужно вводить потом по новой, нет, да? Все, один раз свела, и эта дверь теперь твоя. Все, отлично. Так, теперь постой здесь, я посмотрю, по-моему, на скемпе тут дома. Байт, не байт. Кто-то убил вроде. А, ага, да. Двое. Тебя бьют? Голова, еще голова. Не, их трое. Это они же, да, наверное? Они специально рубили дерево, чтобы выманить нас. Ты стой, держи, короче, стрелу, будешь стрелять. Сейчас я открою. Подожди, вот, вот тут, вот, вот тут я встаю, да? Да, стоишь и стреляешь по нему, он там. Стрелять... Он быстро перезаряжает? Ну, не очень. Я сяду, давай. Погнали. Попало? Блин, да... Понятно. Ты убила его? Прости. Блин, тут за мной чел какой-то гонится. Да отстань ты от меня. Ой, боже, он прям какой-то надоедливый. Ну а чё ты теперь убегаешь? Иди сюда. Нахуй ты, блядь? Иди сюда, сука, слышь. Двой, курва. Сакмандики, ёбки. Ха-ха, курва. Ты можешь представить, меня курица забила почти. В смысле? Ты почему не сказал, что курица может забить? Ну она чуть-чуть урон наносит. Чувак, меня убил. Я не могу это понять. Чел, я до тебя уже не добегу, это очень далеко. Можешь, пожалуйста, отомстить курице, убить ее? Это пипец, всё, это пипец, отомстил. Я поверить не могу в это. Ты жив? Да. И ты убил его? Не, нет? Я просто забежал в дом, мне надо засейвить ресурсы, они же ценнее. Можешь поставить метку четко, четко на дом? Поставил. Скоро есть пойду. Неплохо тут. По-настоящему. И тут тоже неплохо еще, и столик. Так, там дом. Его нужно обойти. Да. Все, он зашел в дом. Чем дальше ты держишься от домов, тем лучше. Прям по центру заброшенных хижин, между таких двух домиков необычных. Между двух французских булок есть вонючий переулок. Га-га-га-га-га-га-га. Слушай, мне нужно как-то жить. У меня совсем нету... На яблоко. Дай. Он меня убил. Ой-ой-ой, тут челик, тут челик, тут челик. Я понял тебя. Почему он такой меткий? В смысле меткий? Нормальный тип. Ты его сможешь убить? Ну, я попытаюсь. Тычечка еще одна. Зараза. Еще тычка. Да боже, 4 тычки. Ну, сколько тебе надо? Ну, это хрень на башке. Вот он. Ну, похож на того же чувака. Все, убил его. Еее.
А, он со шприцами был. Вот он что так жил. Все ясно с ним. Что с водой делать? Выпей ее. На, бинты хилься. Это он так выпил? Я не поняла. Я ее выпила или что я сделала? Понятно, нет, ты ее вылила. А вот это не пустая. Я нажала. Все, нажать стрелять кнопочку. Кнопка левая, вот все. Пипец, ё-моё. Нормально, оттягивает. Да, зачем вылила? Слушай, а может быть налить теперь? Хорош. О, вот это хорошо. Ты что-то нашел очень хорошее, покажи мне. Блять, поднимись, пожалуйста. Зачем, Лора? Надо идти домой сейвить добытые предметы. Вот, на, смотри. Это двушка называется. Хорошее оружие относительно. Дай. Где ты ее? Как ты ее не видишь? Вижу. Вот она, она. Все, не трогай. Да, я хочу собрать ее. Оп. Все. Вот видишь, в этом ящике... Да. Это компоненты. Из них делаются всякие штуки. Там крафтится... пулеметы, пистолеты и все вообще. Тут курица, Лавра, тихо-тихо, аккуратно. Да, я ее обижал. Фу, есть такое понятие, это самый важный ресурс, это скреп, ржавчина, я не знаю, мусор, как его переводят. А вот сейчас обидно было. Поняла, да? Вот, при помощи него изучаются все предметы, которые ты находишь, оружие и так далее. У меня есть металлическое лезвие, что делать? Вот ящик сейчас поставлю, скинешь в него. Пропановый баллон, это что, это для чего? Ну, это все нужно для крафта разных штук. Давай, куда? Куда скидывать? Вон, ставь, вон ящик, красенький. А чё пентаграммы? Ну, это скин такой, один из самых дорогих. Пропагандируют сатанизм. Ой, да так. Ладно, успокойся. Брезент, что мне с брезентом делать? Все, скидывай в ящик. Все вообще, все, что у тебя есть, скидывай в ящик. О, смотри, что я сделала. Сейчас иду. На, грибы поешь. Еду. Ну, как тебе? База мясных, ну, знаешь, как бы... Я рассчитывал немножко от художника-аниматора с 400 подписчиков. Как бы натюрморт, может, какой-нибудь пейзаж. Так, это все надо будет переработать, пока Лавра нету. Что это тут за тип бегает? Куда-то делся. На втором, что ли? А, вот он. Ты мой дорогой пайфу мне принес. Давай, иди сюда. Вот, все. Отдых. Пайпушка, ресурсы. Ты сладкий какой, а? Отлично. Двушечка, пайпка есть на изучение уже что-то. Тихонько разовьемся как-нибудь, я думаю. Так, на переработочку пока ночь надо сгонять. Тут какой-то движ был. Даже? Нет? А, да, стреляются. Ревик, Йоки. Где-то... А, вот он. Рис. Двис. Ты где? Мужчина. А, во! Все, отдыхай. Готов. Блин, а ревик, погоди, у тебя же ревик был, не? Или не было? Ну вот, да, патроны есть. Куда-то опять улетел. Что ж мне так не везет? Вечно это оружие куда-то пропадает. Ну ладно, хоть хазмат заберу. Бинтики. Блин, ну это нечестно, типа, камон. Ладно, надо домой скинуться, все-таки броня, наверное, лишней-то не будет. Это что за тело тут? А, это, по-моему, тот агрессивный сосед. Че, блин, луки, что ли, с казматом закончились? Угу. Ты очень много говоришь. Очень много говоришь. Сука, блядь, shut the fuck up, you иди нахуй, you fucking ritter. Thank you, man, thank you for loot! Наконец-таки переработаю. Все сюда. Не хочу переплывать как-нибудь. Надо перейти это дело. Так, ну тут гнилой дом. Вот этот домик можно будет йоками зарейдить, Лауре показать, что такое рейды йоками.
А вот это сочельник. Тут далеко, никто особо мешать не будет. Я думаю, антиагрессоров будет по минимуму. Так, типочек. Еще тычечка. Угу. А я все еще не могу зайти в катку вообще. Ой, извиняюсь. Правильно? Это ее тоже можно называть катку? Каткой. Ну, можно, но называют вообще на сервер, говорят. Я все еще не могу попасть на карту на сервер. Долго мир грузится, да. Где он есть-то? А, вот он. Прикинь, я все еще пытаюсь попасть. Попадай, по мне какой меткий парень. Угу. Фух, yes. Отдохни, малыш. Ой, ты боженьки мой, ты и двушечку мне принес, и компонентики. Соло-игроки, такие как я, mm-hmm. они... Нам нужно слышать звуки. То есть в Расте очень много играет именно позиционирование, звук, кто топает, где топает, что заряжает. Все это надо слушать, поэтому, когда я воюю, надо молчать. Окей. Okay. Наконец-то я тут. Ни хрена себе ты тут обустроил все. Ой. Что это? Ну, это он просто разозлился. Дорожные знаки. Я из них могу, наверное, сделать себе броню, я правильно понимаю? Пока не можешь, ее надо найти и изучить. Зачем ты здесь себя убил? Чтобы посмотреть, кто там на улице, не сидят ли под дверью. А как это делать? Команда Kill в F1. Можно убрать этот труп отсюда как-нибудь? Он меня прям смущает очень. Да пусть лежит. Что, он тебе мешается, что ли? Я что-то вот сколько бегаю, и что, ни одну ни кабашек. Обычно медведи, они просто везде только надоедают и куски просто от тебя откусывают. А тут нифига. Ну, кстати, я помню, что есть медведи. Их много обычно. Так, знаешь, что я нашла? Я нашла металлическая пружина. Молодец. Я нашла каяк. Что? Почему ты не закрываешь все двери до конца? Вот так вот, смотри. Видишь? Ну. Сюда человек не сможет никак зайти. Это называется антигуиндип-система. Ха. То есть дверные проемы стоят так, что они не пускают. Поэтому ставятся маленькие двери, а не большие. Угу. Ты спрашивал насчет двери. Большие они так не могут делать. Блин, где же жир взять? А мы уперлись реально в этот дебильный жир. Не могу найти животных. Утром, наверное... Слушай, у нас знаешь, в чем проблема? У нас вообще большая проблема с деревом. У нас его прям вообще нету. Поэтому я тебе дал топор, сказал, наруби его. Да-да-да. Я сейчас сделаю снова топор. Так. Скажи, железный топор я могу сделать нет, вообще? Не нет, не можешь, потому что я его изучил, и я могу крафтить. Говно. Так, я дома. Как мне это изучить? Что изучить? Изучить металлический топор. Это нужно... Найти его, правильно? Или как? Ну, типа того. Сейчас покажу. Вот, бери топорик, кладешь его сюда, вот в эту вот, видишь? И нажимаешь N. изучить. N, да? Не-не-не, вот сюда, подойти вот к этому верхстачку синенькому. Ни хрена. Закладывай сюда предмет для исследования, нажимаешь изучить или типа того. Начать. Нет, стоп, тут нету изучить. Ну, значит, подожди. Да, начать. Я точно не помню, как там написано. И жди 10 хрена секунд. Себе. Все, изучай. Вроде изучила, да. Нет, ты его не изучил. Нажми на него правой кнопкой мыши. Да, навела. Изучить. Изучить, да, все. Чувак, эта игра очень необычна. Сейчас снова открыто. Скажи, я правильно понимаю, вот эта вот хрень, она будет работать так. Заходит враг и его сжигает. Да, они горят. Зовут его Чармандер. Чармандер. Да. А, ну как этот покемон, короче, да? Да. Ты ему не нравишься. Он прячется за деревом. Я понимаю. Hello, I'm naked. No, я понимаю, мужик, uh-huh. что... Ты его просто одним ударом? Да. Это пайпа она шотает, но вблизи. Это первоначально какое-то оружие, и надо подходить прямо впритык и выстреливать. Ну, это же как дробовик практически. Ну, это да, это маленький дробовик. Его ребенок, так сказать. Вот, на слушай, патроны. Слушай, я же сейчас... Да ничего страшного, еще потом скрафтим. Ладно. Да ладно. Тебя убили. Не-не, я горючее, походу, нашел. Горелка. Надо сломать. Стреляй по ней. Подожди. Я так и знал, что они придут сюда. Блин. Это была ловушка или нет? Нет, это не была ловушка. У нас есть веревка теперь. Да, сейв, это очень важный ресурс. Все, быстро домой, быстро домой. Оленя, ты помереть не хочешь, нет? Ты нашел оленя, охренеть. Хорошо, что ему нечего было забирать у меня.
кроме стрел. Лава, скажи мне, пожалуйста, одну вещь. А ты когда из дома выходила, ты крафтил лук, ты всю ткань брала или 50 себе отделила? Сейчас, дай вспомнить. Да, ты прав, я взяла ткань. Понятно. Чувак, тут очень много народу. Ну, жди, ща приду. Грибы, ягоды. Я пытаюсь найти коноплю, но его нигде нет. Ща я приду, посмотрю, что там, кто бегает. Действительно, кто-то бежит. Вот он, родненький. О, да у тебя тут обалдеть сколько всего. Отлично, стега прям чуть ли не на рейд. Так, надо все это сваливать куда-то. У нас прям теперь серга на целый рейд. О, я нашла. Если меня сейчас убьют. Я нашла коноплю, и ну, просто я хочу вернуться домой, короче. Но если я сейчас вернусь домой, то... Так, что это у нас тут? У меня 40 тряпок, что мне делать? Как мне до тебя добраться? Ну, беги домой и сейви. Ого-го-го-го, обновление. 10 сек. У нас 78 тряпок. А, подожди, где ты набрал 500 тряпок? Я сейчас не поняла. Кидай тряпки уже, пожалуйста, иди сюда. Скажи, пожалуйста, ты что, читеришь или как? Конечно, у меня читы на ресурсы, да. Они ходят вокруг и собирают мою коноплю. Я ее сажала, они ее собирают. Нет, они 100% занимаются этим. Ты бы слышала это. А, в смысле, сбор конопли слышала. Конечно. Все, отлично. Пароль тот же. Где? Короче, слушай, на 10, North 10, прямо там. Да бывает. У меня камни. Нечем его убивать. На, иди убивай его. Хватай, убивай, вот Лавр, иди сюда. Вот возьми двушку. Давай. И иди убей его. Иду. Подходишь прям притык максимально и убиваешь. Эй, Брух. Ну, убей его. Не, он убегает от меня. Так попади по нему. Стреляй. Промазала. Я промазала. Еще раз. Он перезарядился или нет? Там два у тебя патрона. Это двушка. О. Убила. После. Наш план был, если у нас будет печка, у нас будет металл. Если у нас будет металл, мы делаем кирки и идем рейдить дом. Тихо, тут тип. Сейчас. Ой, он меня заметил. О. Иди, отвлекай его. А, с ревиком. Воу. Ты скажи... Беги к домику вот к этому, который на болоте. Какому? Давай. Да, они тут. Угу. Да, я слышу их. Вот вижу. Тебя убили? Да, я одного положил. Тебе нужно подбежать и ударить его, лежачего. Так, я уже выхожу. Я отвлекаю. Молодец. Дал тычку. Они где? Они внутри дома? Нет, рядом с домом. Ранен. Угу. Ты ранен. Угу. Понял. Где же он есть-то? А, вот он. Еще тычка. Ревик, ты было неплохо. Все, положил его. О, да у него тут вообще хорошо. Я на крыше лежу. А, тебя положили. Да. Ну, лежи. Подходит тебе как раз такое оружие. Револьвер, покажи. Вот он сейчас в этом, изучи его. Сама крафтить будешь. Как топор. Все вижу. Изучить. Обмозговать. Теперь смотри. Твоя задача сейчас тебе скрафтить револьвер. Если ты мне скажешь как? Ну, так же, как и топор, только другие ресурсы, компоненты. Смотришь, что нужно, и крафтишь. А я пойду себе кофе налью. Сейчас. Таллическая руда, ткань, фрагмент металла. Ты пропал. Железная руда. Металлическая руда, фрагменты металла. Так, чего-то не хватает. А, металлическая труба, блин. Металлическая. Труба. На, одевай. Сейчас ты еще ничего не скинешь. Сейчас, погоди. Вот это, вот это. Так, теперь ждете меня. Ждем. Сейчас, инвентарь. Где? Вон он, На 130. Иду. Уже. Он, короче, вниз пошел, да. Вот я его здесь. Не вижу. Ну, он где-то близко, только не подходи. Ты убил его, нифига себе, да ладно. Вот, все, пошло дело. Сейчас... Ты залутал его? Нет, не залутал, я кушаю, чтобы меня не убили. Взял. Сейчас поем.
Дел, не стреляй без меня. Две головы дал. Где? Тебе по нему один раз попасть. На 170, на 160. Я не могу найти его второго приятеля. Я бы сейчас облутала его, но я верчусь около этого трупа. Ну все, забей. Он убежал, он получил много сейчас урона. Сейчас я ем тогда. Ты же сзади ползешь, да? Объясняю, это очень важная штука. Называется переработчик. Ты берешь хлам, перерабатываешь и получаешь с него скраб, за которым мы все изучаем. Вот мы сейчас это делаем. Ну, как видишь, тут очень много мертвых людей, и они все тоже хотят это делать. Хоть где-нибудь, какая-нибудь еда. У нас есть... Слушай, у нас оленина. Ну, я уже тебе собачатины там приготовил, сейчас похаваешь. Давай еще, давай оленя приготовим. И оленя приготовить можно. Ну, сначала собачатину. Ты немного притормози, чтобы я тебя успела догнать. Да я вообще стою для тебя. А, ты так тормозу, да. Тормозишь. Дам. Там челики! Я понимаю, Лава. Что делать будем? А, тебя убивают. Это было слишком быстро, и это слишком нечестно. У меня броня, у меня... Это гаст. А как они нас в темноте увидели? Ну, у них фонарики. Плюс мамы на возвышенности. Да, но сейчас, скорее всего, все. Да. Это печально. Где-то здесь было... А, вот бежит. Мне будут берданочку выбить, чтобы второй верстак не прокручивать. Какое-нибудь надо мит-оружие нам с Лаурой. Ну-ка, полежи. Ну, я так понимаю, что у тебя нету, да, берданки? Нет, просто залетный тип какой-то. Там стрельба. Ну, значит, туда надо. Вот, типок. Не получилось. Ну, у тебя то... Ну, шприцы есть на изучение, тоже неплохо. Ну, ладно, еще заходик. А ты что тут стоишь, а? Видос. Угу. Вон он, какой-то тип бежит. И сзади еще. Надеюсь, что это берданщики. Мне все-таки берданочка не помешала бы. Забывайтесь, интересно, он на меня. Ну-ка. Сделаю вид, что я... А, да, берданка, отлично. Надо сделать вид, что я с луком. Так, типа, с отмашечки. Пиу! Если тупой, то сбоку зайдет. Если не тупой, то полезет по горе издали. Ой, дурачок ты, ой, дурачок. Спасибо за берданку, братишка. Отдохни. Ладно, надо бежать. Там тем более его эти дружки, походу. А, они уже жмут по мне. Блин, а здесь такая равнина, и за камнем не спрячешься. Ладно, переоденемся. Но они пока мажут. Сим, надо засейвить берданочку. Тихо-тихо, мужики, успокойтесь. Боже, их еще и двое. Не-не-не, так, погоди, пацан, тихо, не трогай меня своим камнем. Ай! Жить! Меня убили! Они убили шоколадку! Нет! Так, ну вроде я убежал неплохо. Фу-у-у. Домой. Домик родной. Ты так близко. Сразу изучаю берданочку. Ну, теперь я миную второй верстак. Это уже неплохо. Можно будет хотя бы этого не делать. Возвращение Лауры. Мы накрафтили елок, каменных патронов и отправились в путь. На остров. Наша цель была маленький домик с деревянными дверьми. Но, к сожалению, по прибытию мы выяснили, что он сильно расширился, там появились стальные двери, что порушило наши планы. Так, чтобы мы начали рейдить, нам нужна взрывчатка, ее тоже надо изучить. Вот я сейчас ее просто прогоню в первом верстаке через древо изучений. Но только для этого нам нужно где-то порядка вот сейчас 600 скрапа. Я плыву. А ты меня это... Да-да-да, он тебя не тронет, не беспокойся, он просто бежит мимо, у него свои дела. Шум — это зло. Если люди услышат, как мы стреляем, они тут же прибегут сюда, поэтому надо как бы, тем более из-за бомжей, шуметь не стоит. Вот все, что выбило, закидывай переработчик. Сейчас. У нас есть брезент. Все туда не закидывай, нужно? Все, закидываешь все, что есть, нам ничего не нужно. Сейчас, вообще, то вообще есть все. Все. То есть тут еще есть электрический... предохранитель. Нужно? Все туда закидывай. Блин, прям все, но у меня же... Или хорошо... Все туда закидывай. Сырая нефть.
Она не перерабатывается, ну все туда закинь уже. Хорошо. Топливо низкого качества. Сейчас, что у нас так, здесь? Нет, не туда понесло, не туда. Блин, нам нужно создать было отдельный этот, куда жратву складывать. Так, веревка, у нас 9 веревок. Отлично, взрывчатка готова. Топливо. Сейчас крафтим взрыв, и тогда идем. А. О, hello, guys. Hello. Oh, no, man. We just want to do the cabins, man. Окей, окей. Do a camping, yes. Ага. Подожди. Тебя убили? Нет, я убил его. Но они тут реально все это время сидели. И умер. Да, он умер. То есть этот козел. Да. Конкретно хотел тебя прищучить. Но он сидел, подумал, ждал, когда мы выйдем. И он да. тебя прям ожидал. И ты так быстро с ним. А это уже убили меня. К этому уголку. Да. Открываешь ага. дверь и закрываешь ее. Давай. Отлично. Ни хрена себе! Чувак, ты даже крикнуть ничего не успел. Come on, guys. Give me your revolver and we... Я тебе знаю, что... I can give you ass. Your ass. You need your ass. You give me your ass? Not, I give your ass. Русский, русский. Just give me revolver and we will get the fuck out from here. No. And don't give you your revolver. А, чем кто мы убивали, забей. And you will give me only revolver. Эти пацаны достаточно долго сидели у нас под домом и никуда не собирались уходить. Поэтому мы сторговали с ними на то, что продадим им бобовку и сачель за гаражную дверь и несколько видов компонентов. После чего они покинули территорию, и мы быстренько побежали на рейд, собрав все манатки. Просто нам нельзя держаться совсем близко, чтобы нас с одного залпа не сбрили. Тогда, чтобы я спокойно была, вот можешь прямо, вот сейчас ты меня видишь на карте, прямо со мной можешь бежать? Вот я рядом с тобой бегу. Это ты, все. Да, это я. Вот это на, и вот это. Подожди. Называешь прицеливаться правой кнопкой мыши и выстреливать левой. Одно нажатие, один выстрел. Давай, куда бежим дальше? Нам нужно обойти эту гору. How are you, my friend? I don't touch you, man. Don't shoot me, I give you my loot that I found. I don't need your loot, man. Give and go. Leave, man, leave. Good luck, man. Вот почему другие игроки так не делают, а? Почему они нас сразу убивают, даже когда мы голышом? Потому что это Раст. Нашел? Да, он тут вот топает. Нам нужно просто понять, сможем мы сейчас уходить или нет. Смотри, сиди сейчас и смотри на тот балкон. Высунься, стреляй по нему. А я пока переплыву. Пали его, отпугивай. Все, я на берегу переплываю, теперь ты. Давай. Только подскажи по поводу прицела. Ну вот мушка вверх, ее кончик, туда и пуля летит. Видишь, он стреляет. Патронов всего 3. Я тебе дал... Ты че, Лавага, не взяла патроны, которые я тебе скинул? Нет, спокойно, у меня 16 уже, я перезарядилась. Ты сиди на горе, пали меня и пали воду. Стоп, да, вот здесь, да, сижу да, здесь, да, вот чтобы тут, не вот переплывали. Тут, к нам могут переплыть, но в это время ты их можешь легко убить. А я пока взорву стену. Что там видно? Пока ничего. Блин, я... дернулась, как попугай. Скажи, успешно? Погоди, нет, надо, чтобы 10 взрывов было. Все-таки так быстро. Тут как бы, да, тут много взорваться должно. Он стреляет в нас, он стреляет я в меня. Я понимаю. И я ни разу в него не попала, потому что я не очень понимаю... Ничего страшного, просто отпугивай его. Пока ты стреляешь, он не поплывет. Подожди. Нет, о, я не поняла сейчас, онлайн. Потому что я смотрю прицеленно туда. Досвидос. Так, все, теперь быстро ко мне, Лава, беги. Я у тебя тут, все, ты тут один, скажи хотя бы. Да-да-да, я один, но они в онлайне, эти ребята. Заходи в дом. Подожди, они здесь спали. Ты их убил. Нет, один был онлайн, а двое здесь спали. Здесь один живой? Вроде. Один живой, да. Ну, вот лежачего, да, живого убивай. Сейчас, ага. Все, он мертв. Найди топор, пожалуйста, Лаврус, руби это дерево. А, не, все, не надо. Ой, смотри, сколько всего.
вот в маленьком ящике все впитывай, и в крайнем тоже. Вот в этом маленьком. Да-да-да-да-да-да-да. Тут очень много всего. Вот сюда в белый ящик все скидывай с пальмой. Так, вот. И поглядывай на дверь. Они сейчас придут. Да. Поэтому ты защищаешь и сторожишь дверь. Я пытаюсь слушать, будут ли они сейчас тут или нет. Угу. Правильно. Так, и дверца. 996? Да, 996. Я перепутал шестерок, четверок. Я тебя как бы моложе сделал. Смотри, смотри, сколько здесь этого скраба, как ты его называешь, скраб. У меня есть топор, что делать? Выломай ящик вот этот под нами. Опа, отлично. Знаешь, вообще бы не хотела, чтобы нас кто-то так же зарейдил. Это просто жесть будет. Ну, мы успели обстроиться. На наш дом надо побольше потратить. У нас пришлось бы ломать две стены, либо одну очень крепкую стену. Так, в принципе, миссия-то выполнена? Ну, по сути, да. Можно теперь идти мне спокойно кушать и отдыхать? Только вопрос, скажи, что ты будешь делать? Я сейчас крафчу первый верстак, изучаю гантрап, ставлю ловушки, чтобы они не могли ко мне приходить, а потом начинаю выдалбливать стены, потому что за этими стенками может быть еще лут. Еще такие же комнаты, где там всякие ящики, во них всякие штуки вкусные. Ну, а потом продолблю себе выход на улицу. То есть это вот именно так вот, да? Вот, в смысле, по ресурсам и по тому, как они застроились, приблизительно столько же, да? Ну да, они выживали где-то как мы в районе 8 часов. Слушай, ну я, наверное, там бы не могла не пережить просто такого. То есть я бы просто с ума сошла бы. Ну да. Если бы мы сейчас с тобой, типа, там вот сколько вот тусуемся, да, в доме. Со временем привыкаешь. Все вот наше добро, богатство, и хоп, и взорвали бы, и что теперь просто делать? Это такая игра, да, это Rust. Гантрапчик. Есть. Патрошки надо поделить. Да ладно, дверь, серьезно. Ладно, у пацанов порох есть сейчас. Хлопну дверь. Вот так вот. Крафт. Придется по две накидывать. Ух, нифига, как они хлопнули вместе. Еще раз. Угу. Несколько буров. Печек целая куча. Зачем? Обалдеть, сколько камня. Стоило мне продолбить выход и подготовиться к переносу ресурсов, как на доме застучали ноги. Разной степени одетости. Походу, это рейд. Не успел я закончить мысль, как на потолок полетели сачели. И одним только чудом последняя не захотела взорваться, что позволило мне гайдануть потолок в металл и отбить желание у пацанов к дальнейшему рейду. Мужики, клянусь бородой, больше я без мгновенного повтора раз не включаю, честно. Yes, okay, yes, yes. Offline. Your sucks, bigs, bitch. Не получилось у ребят. Чё, не получилось, да? Петухи. И вот это всё надо укрепить. Не успела пройти игровых суток, как у дома снова послышались знакомые шаги. Только на этот раз вылетать начали двери. Они задолбали рейдить зарейженный дом. Сколько можно рейдить зарейженный дом? Где вы там? Так, надо верстачок поставить на дверь. Блин. Руки прочь от советской власти. Гантрап они мой взорвать хотят. Так, это все сюда пока перенесу. Чтобы им поменьше было. Нате тогда вам верстак, пацаны. Надо еще его починить немного. Где тут? Вот это надо. И металл, по-моему, нужен для его. Все. Готово. Отлично. Они взрывают верстак, рили. Заняться. Сколько они сачель с собой принесли? 100? Ау. Продамажило. Не, надо, пожалуй, как-нибудь похилиться. О, шприц оттягивает. Они выдалбливают верстак. Блин, я потеряю второй верстак. Да, сачели у них много, явно. Придется еще, короче, двери ставить. Я думал, что... Думал, на ИТ им возьму, не получится, походу.
Где они есть-то? Один сдох от гантрапа. Отлично. Надо сразу дверку заткнуть. И туда тоже маленькую надо будет всунуть. Блин. Металл, дверь готова. Я дождусь, когда у вас просто сачели закончится. Что вы думаете, мне сложно, что ли? Отлично. И надо вот эту дверь починить. А, там еще одна была в проеме. Но это не моя дверь, я откуда знаю. Воу. Так, гантрап надо забрать. До свидания, еще сачель накидывайте. Давайте, больше мне надо. Пайпуху я заберу, пожалуй. Так, это тоже забираем. Еще сачели. Вы серьезно? Нате, тогда вам гантрапчик сюда. Ждем. Они с берданками, с ревиками, с пайпами. В принципе, шансы есть отдефться. Ладно, перестрелял, уговорил. Так, где тут? Вот берданочка. Там, а, да. Спрей пофигачит парень. Так, надо витриной будет эту дырку заткнуть. Опа. Hello. Hey, Riz, that's Riz here. Hello, guys. We killed the raiders, my friend. You are safe. Oh, very thank you, man. Solo players, raid, three guys. It's okay, guy. Man. Three guys, stupid. Yes, yes. Thank you very much, man. Так, а что это за лестница там торчит? Почему у меня нет спальника в моем доме, мне интересно. Я прям любопытствую по этому поводу. Какие-то дырочки тут. Я понял. Ну, как бы... Тут стало светлее. Да. Посветлело.